Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, вы на канале Валерий Хауса, и мы продолжаем проходить игру под названием The Forgotten Ones. Вот. Продолжаем проходить этот страшный мод, страшный жуткий мод, со сложными врагами. Так, это нам не взять. Окей, мы взяли, короче, на прошлой серии Маузер, и потом еще один автомат мы взяли, так что... Мы теперь вооружены и очень опасны. Вот. Так, мы... Это мы читали, да? Смотрели, да? Это мы читали все. Окей. Продолжаем открывать закрытые двери, которые у нас были. Там, смотрите, что-то есть. Давайте заглянем сюда. Здесь у нас... Толчок перевернутый. О, отлично. Мелодия. Взяли пластинку «Мелодия». И все. Пластиночку мы знаем, куда ставить теперь, да? А, где пианино, помните, стояло, да? Может, сюда еще можно поставить, нет? Нет, здесь никак не поставить, ничего не сделать. Окей. Давайте походим здесь, еще посмотрим. У нас еще вот здесь. О! Какой-то дракон. Оп! Тихо! Какого хера? Твою мать! Падла! Как они так подкрадываются, ублюдки? И даже их... Не слышно. Ублюдок. Говна кусок. Так. Посмотрел, называется, на постер. Так, у нас тут полно патронов в автомате, окей. Давайте зайдем в эту дверь, посмотрим. Посмотрим, что... А! Мы, по-моему, здесь были, нет? А, нет, мы здесь не были. Так, это что у нас? Циркулярка! Ну, нихера себе, циркулярка! А, вот этой циркуляркой, короче, можно, наверное, будет отпилить кусок трубы, который нам нужен. Только где его теперь достать, где его найти, непонятно. Посмотрим. Так, окей, кусачки пошли в дело. Мы вернулись в дом, короче. Окей, я понял. Ладно, мы здесь были, погоди, мы здесь были. Сейчас мы еще не смотрели, там еще одну дверь, короче, в этом крыле. Надо посмотреть. Надо сходить посмотреть. Надо посмотреть, пойдем что-нибудь посмотрим. Патроны не берет. Так до сих пор до него не дошло, что патроны — это важная вещь. Ее нужно всегда брать. Так, вот эта дверь. Надо было, блин, сохраниться, наверное. Ну ладно. Ну ладно. А! Походу мы... Да. Мы вернулись обратно. Погоди. Вон там есть сохранка. Давай сохранимся, сбегаем. Дядюшки Эдварда, надеюсь, не будет у нас здесь. О, погоди, а, о. Вот ты где заныкалась. Вот ты где спряталась. Так. Что мы имеем? Что мы вообще имеем? Так. Крутим-вертим. Забыл, как называется. Крутим-вертим, короче, граммофон рекордс, некрономиком и циркулярка. Еще ключ. Еще ключ. Так, что там? Так. Где у нас рояль? Где у нас рояль? Рояль у нас вот сюда.
Нужно вернуться обратно, короче. В принципе, там вот есть место, да, с трубами. Может, там получится использовать циркулярку. Как вариант. Нет? Не думайте так. А я думаю так. Я думаю именно так. Окей. Как раз сейчас вот. Вот здесь. Вот здесь у нас труба. Наверное, можно использовать циркулярочку. Аптечку бы еще найти. Так, здесь еще сохранка у нас. Давай тоже еще здесь сохранимся. Везде будем сохраняться. Сохранок мало не бывает. Так, окей. Это у нас не крутится. Погоди, давай циркулярку. Циркулярку. Отлично. Трубу взяли. Трубу взяли. Теперь мы знаем, куда нам трубу эту пихать. Так, здесь закрыто. Воу! Погоди, погоди. Да что ты? В тебя опять один раз ударили? Что, блин, произошло? Почему? Что это сейчас было? Что за херня? Тварь, а? Почему так резко все произошло? Окей, давайте еще раз. Еще раз. Так, циркулярочка. Почему все так быстро? Так. Аж подпрыгнул, бедный. Так, 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 чепушила, чепушила. Пошел нахер. Да я застрял, твою мать, ну! Почему не дохнут так? Говно. Блюдки. Автомат, где мой? Ща я там впалю так, что... Мама, не горюй. Просто. Пили давай. Пили нахер. Пили нахер эту трубу. Быстрее. Не говорю быстрее, ускорься, твою мать. Какого хера я там застрял? Беги куда-нибудь, я не знаю. Куда-нибудь. Давай быстрее перезаряжай. Ну, смотри, бежит, бежит. Да что ты такой косой-то, блядь? Сюда иди. Смотрим, как Робокоп двигается. Я, мать твою, робот, я робот. На нахер. На нахер. Тебе сейчас кулаком, на тебе в челюсть. Падла, сдохни нахер. Блюдок. Говна кусок. Так, надо сохраниться полюбас. Полюбасу сохраняемся. Окей, пистолет. Блин, Маузер... Падла скорострельный, но маломощный. В принципе, как и автомат. Заметили, да? Он тоже как бы скорострельный, но как-то мочит он. Урона наносит не так уж много. Так, идем сюда. Идем сюда. Пока идет, у нас все по маслу. У нас как бы есть труба, есть пластинка. Но я думаю, пластинка это еще полдела здесь. Что за... А. Уже дымится, уже воняет.
Я так полагаю, надо будет нам здесь еще сыграть на рояле. Так полагаю. Так, давай. Давай попробуем вставить пластинку. Что заскрипело? Короче, надо, получается, в такт, наверное, надо как-то нажимать, да? Что за... Надо послушать. Чуть не то. Я, короче, не понимаю. Я не люблю, блин, вот эти загадки с музыкой, короче. Меня медведь на ухо наступил. Окей, ладно, вернемся сюда попозже. Пока не будем. У нас есть труба. Надо трубу воткнуть. Я не знаю. Может там что-то не очень важное такое в этой... в этом сундуке. Может... Не знаю, может дополнительное какое-то секретное оружие там. А может и что-нибудь нужное для сюжета? Ну, не знаю. Посмотрим. Окей. Вернемся сюда позже. У нас есть труба. У нас есть дела поважнее. Нам надо вставить трубу, короче. И открутить вентиль. Так. Сюда. По-моему. Если мне не изменять память. Так. Может быть, сюда. Не-не-не, здесь мы отрезали, короче, цепи. Нам получается... А, здесь еще аптечка. Погоди. Вот сюда. Здесь у нас аптечка. Рыцарь, я думал. Кто-то там... из монстров затаился. Так, есть сохраночка. Так, эта дверь у нас откроется и излогит. Хер. Ключ не подходит.
Ключ туда не подходит. Ладно. Ладно. Нам надо, короче, спуститься. Спуститься вниз. И идти назад. Ну, я как всегда в своем репертуаре, я заблудился, короче. Я заблудился. А здесь есть карта? Карт нет. Ну и в принципе, да? Нахер нам карта? Нахер она нужна? Здесь огромный особняк. С огромными там подземными ходами. Карта нам нахер не нужна. Началось. Колхозе утро. Опять тут стучат. Так, окей. Мы вернулись. Мы вернулись. Так, он, по-моему, вон та дверь. Вот эта дверь нам на выход. Но. Именно сюда. Именно сюда нам надо. Давай-ка. Так. Сохранимся здесь еще. В смысле? Я ж думал, он там типа говорит, я не могу сохраниться, ты слишком часто сохраняешься. Ты уже задолбал меня. Давай-ка выживай. Ты же все-таки survival horror, выживай давай. Опа, твою мать. Кусок. Опять здесь появился. Так, погоди. А, я уж думал, у меня кровотечение. Появился, блин. Перезарядим. То, как всегда, не вовремя будет перезаряжаться. Так, окей. Окей, так. Погоди, давай лампу возьмем. Лампу возьмем, а сюда надо ставить нам трубу. Трубу поставили, так, окей. Закрепили, да, получается? Мы закрепили, а теперь ты будешь крутить? О, да! О, детка, пошло дело, пошло! Сейчас что-то случится, окей. Окей. Короче, мы что-то затопили. По ходу дела. О, еще одна птичка. Мы ее так и не брали, да, здесь? Ну-ка. А чем затопили? Вот этот вопрос. Кстати, смотрите, труп упал. Окей. Так, а что нам теперь делать? Куда нам идти? Погоди, может здесь? Пистолет. Маузер мне, быстро! Так, нет. Здесь трясучки всякие. Трясучки. Так. Наверное, что-то в доме изменилось. Я думаю так. Так, а может... Может все-таки... Погоди. Нет? Ты не сломаешь? Может циркулярка тебе отпилить? А-а-а, да ладно! Мы куда? А чё ты не... А, вот так. Я думал спрыгнуть, надо спуститься. Окей, смотри, какой-то бункер. С громкоговорителями. Ладно, допустим, так, мы спустились ниже. Здесь полюбасу какой-то трэш сейчас будет. Так, и полюбасу нам надо сохраниться, короче. Окей. Это не работает. Хотя здесь все работает. Так, там не покрутить, дай нам никак.
Или надо отодвинуть, может, чтобы пробраться. Нет, не крутится, да? Нет, не крутится. Еще не хватало сломать игру. Так, туда вниз же нам не спуститься. Так, ладно. Окей. Нужен ключ. Да вы издеваетесь, у меня есть ключ. Хер? А такой? А если вот этот? Ты прикольнулся, а если этим? А если кувалдой? Ну вообще шикарно, блин. Шикарно. Окей, ладно. Нас обломали. Неувидимый бункер. Короче, нам нужен ключ. Нам нужен ключ. И почему-то я так предполагаю, что ключ находится в сундуке. Это я более чем уверен, ключ находится в сундуке. Мы же вроде больше дверей больше нет, да, которые можно открыть. Если ни черта нет, да, больше нет ничего. Розочку можно сделать. Блин. Что-то они все такие громкие тут. Дверей вроде все. С дверьми вроде все. Вроде как бы. Вроде все сделали. Дверей вроде. Которые открываются ключом. Не... Из локет? Ладно. Короче, по любасу. Надо... что-то делать с этим. С роялью, короче. Что-то делать надо с роялем. С роялем... You will die. Ты умрёшь. А эти надписи я знаю. Надеюсь, правильно. Надеюсь, правильно я произнёс. Так. Окей. Сюда. Загрузки заманали просто. Бум-б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 ум. Окей, вот она рояль. Так. Рояль, а тут сохраниться можно, да? Нет? Или сохранку надо найти? Так, если тут сохраниться нельзя, я что-то не помню просто. Тут сохраниться нет. Тут сохраниться нихт. Короче. Сохраниться тут никак. Кэти, давай-ка. О, твою мать, ты что сделал, твой дебил, блин? По
Погоди, не. Стоп. Да ладно! О-о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 -
Ой, ему плевать! Ему плевать! Ключ! Я взял ключ! Так, стопэ. Гварден, Гварден. Как я открыл это? Хера? У меня оказывается не... Оу, щит из локет. Погоди. В смысле? А как я его должен, по-вашему, мочить? С чего? Это дебил, короче. Может, а куда ему стрелять? Стой, мне так жалко патронов. У него жизни даже не убавляются. Слышь? Слышь, малыш? Меру употребляй, гашиш. Так. Надо понять. Надо понять. Хорошо, что он медленно двигается. Я думаю, если он нас цепанет, будет... О, боже, как больно. Так. Ему похер. Ему реально похер. Тут я забраться не могу. С кулака его бить? Погоди, может меч какой-нибудь взять можно? Нет? Дай меч. Может клин клином вышибают? Стопэ. Ублюдок. Ха-ха, хера его так относит просто. Хера, хера у главного героя сил, да? Смотрите, чпунь. Просто чпунь. Отойди. Ух ты, нихера, он мне саданул. Тут прилетело. Так. У меня кровотечение. Ладно, погоди. Ладно, погоди. Не открывается, погоди. Ключ. Может, вот этот ключ? Хер. Хер там был. Хер там плавал. А как мне его бить-то? Может, чем-то его... Я хз, короче. Ну вот это... Вот это я придумал, а! Почему? Хера себе. Вот это прикол. А если промазал? А если бы он... Прикол. Окей, надо реально сохраниться. Надо реально сохраняться и идти. Будет жестяк. А то будет жестяк. Короче, реально, мы взяли ключ. И я так думаю, от той двери, которая в подвале там внизу. Я так думаю. Да, короче, надо сохраняться. Вот здесь у нас сохранка есть. Это я помню. Сейчас главное не нарваться на кого-нибудь.
и не сдохнуть. То в таких играх любят, да, когда сделать что-нибудь поганое такое. Погоди, никто не бежит, никого нет. Отлично. Ну и на этом будем, наверное, заканчивать, дорогие друзья. Ну вот, продолжим уже в следующей серии. Интересно же, что же там за дверью находится. Что же там за бункер такой. Вот. Ну, кому понравилось, подписываемся на канал, группа ВКонтакте. Вот, ставим лайки, комментарии. И с вами был Валерий. Всем пока.